Амаль кожное десятое дитя у свете нарожается заучасно. Международный день недоношенных детей отзначили у Гомеле. Наша здымочная группа побывала на святе «Сонечный променьчик» у городской клиничной больницы номер 3 и зазернула у святое святых, туды, где первым криком новонародженные обвещают свету об своим з'явленні. Счастью молодой мати Вольги Романенко няма межаў. Яна с мужем давно марыла про пополнение у сям'і. И тут одразу двойняты. У педиатричном отделении недоношенных детей молодая жанчына уже целый месяц. Детки народились вагой усяго 5 килограммов на двоих. То, что яны з'явіліся на свет здоровыми, мати называе не иначе, як цудом. Зараз жанчына проходит своеасаблівый курс по догляде за немаўлятами. Отпустить до дома врачи обяцали праз некалькі дзён. Многоплодная тяжарность у вугле у гэтым сэнсе рызыко. Але причины народжения ранней термину могут быть разными. И не заусёды справу у здоровья и ладе життя будущей мати. Медперсонал отделения, где ратуют жить детям, которые народились ранее звычайного термину, добра памятая гамельчанку Юлию. 4 года тому она так само была их пациенткой. И уже який год запар разом с сыном Арсением молодая мать становится гостей свята у городской клиничной больницы номер 3. Вспоминаем все, что мы прожили. Родился наш ребенок на 29-й неделе, это 6,5 месяцев, кило 350. Был он у нас очень слабенький. Он даже не мог, самое элементарное, это брать соску с молоком. Но тем не менее, мы ходим в детский сад вот, и разговариваем. Педиатричное отделение у Гомельской городской клиничной больницы – одно из двух подобного профилю у в области. Сюды со звычайных родильных домов переводят детей, которые народились ранее термину, альбо с погрожающей низкой вагой. По данным Сусветной организации аховы здоровья, каждый год у группу рызыки трапляют 15 миллионов детей, а это один из 10 новонародженных. Погроза у тем, что многие из них могут отрымать физичную и неврологичную инвалидность, отставать у развития. Задача медиков – допомогчи батькам сберегчи самое дорогое – здоровье дитяти. Вообще за 15 лет с 2000 года больше чем в 3 раза повысилось количество детей до килограмма. Это самые проблемные дети. Это дети, которые требуют вложения много сил, энергии, опыта, знаний. Поэтому вот эти дети, они требуют большего наблюдения в дальнейшем. Минимальный вес, которого по критериям ВОЗ выхаживаются дети, это 500 грамм. Самый маленький ребенок, который был вот в нашей Гомельской области и у нас в нашей клинической больнице, это 470 грамм. Тая девчонка была под назиранием 5 месяцев. В деле выратования ее життя врачи разом с батьками здесьнили соправдный подвиг. И таких детей немало. Все лето в педиатричном отделении для недоношенных детей в Гомельской городской клиничной больнице номер 3 на свет з'явились 14 детей вагой до килограмма. Пройдет час, и яны разом с батьками завитают на свято сонечный променьчик. Тут полная зала детей, которые танцуют, спевают, скачут, смеются и плачут и приносят своим батькам безмерное счастье. Наталья Игнатенко, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».